У меня есть новое задание. Надеюсь, ты готова. Меня раскрыли, ты помнишь? А скрываться не нужно. Пора выйти против коллекционера. Плевать мне на коллекционера. Нам нужна Лина Наварра. Разделайся с Наварро, и коллекционеру конец. Мы оба получим то, что хотим. Я посылаю тебе помощь. Когда прибудешь на место, сразу поймешь, о ком я. Это тебя прислали? Не так громко. Мало ли кто может нас слушать. Да, тебя явно прислали. Мне нужно извлечь данные серверов дома. Надеюсь, ты быстро будешь. Иначе меня бы здесь не было. Кстати, я Джесс. Я подпольный боец из Shiftlock. Здравствуй. Это же Лига Дрифта, да? Значит, ты знаешь Мака. Мака? Да, он показал себя воином за правое дело, хорошим бойцом. А ты точно сможешь, ну, я не знаю, хакнуть эти штуки? Или что ты там собрался? Я умоляю. Тормозни. Хорошо, хорошо. И все, поехали. Первая точка пройдена. Нашел, что хорошее? Нашел, да. Хорошее? Нет. Странное. Странное? Все страннее. Давай, как в прошлый раз. Есть. Поехали. Новый день, новое задание. Опять странное? Опять очень, очень странное. Ну намекни. Я вижу массу данных отслеживания для разных машин. Майра BC, Nissan GTR, Chevy C10. Марки тебе о чем-то говорят? Я где-то видела такие тачки, но не могу вспомнить где. Ладно, делай свое дело, короче. Понял, понял. Данные получены, поехали. Поехали. Эй! Что? А, ничего, ничего. Кое-что показалось подозрительным. Все в порядке. В основном опять данные слежения. Мне нравится мне это. Хорошо, едем. Черт, кажется, засекли. Черт, нафиг серверы, валим отсюда. Что ты сделал? Я использовал спуфинг, как отследили. Как видишь, нас очень даже отследили. Пристегнись. Атом 1-13, прошу сообщить район погони. Объект движется на север, через Барио. Всем машинам. Ты смог хоть что-то получить? Видела бы ты структуру этих данных. Впервые такое вижу. Переключение скорости, реакция на торможение. Блин, даже дорожные условия. За каким чертом и все это надо?
на север, через... Пока! Принято. На север, через Бумбит. Снаряжение береги! Я поняла. Так странно. Я видел подобное шифрование, когда хакнул Bright River Security. Ты взломал частную охранную организацию? Наверное. Господи, какие настырные! Не верится, что дом вот так запросто управляет полицией. Может. У них весь город под контролем. Я вывезу нас отсюда. Понимаю, почему брокер вызвал тебя. Ты нечто. Ты все скачал? Что? А, да, да. Убедительно. Все готово. Мы не везде смогли побывать. Да, я слышала. Когда подпольный боец найдет что-то полезное, я выйду на связь. Пожалуйста. Джесс, ты там? Подпольный боец? Что такое? Я пытался оставить жучок в казино дома. Прошел через фаервол, но потом меня засекли. Я в бегах. Приезжай скорее! Черт, держись, я еду! Скорей! Извини, брокер, не могла ждать твоего звонка. Что происходит? Подпольный боец пытался сработать в одиночку и попался. Еду его забирать. Вечно он так. Всегда бойца изображает. Давай, забери его, пока другие не нашли. Ты где? Где сейчас я? Где я? Я еду спасать кое-кого, кто решил порисоваться. Ладно, ладно. Зато добыча хорошая есть. Поможет нам, если я выберусь. Боец, чем ты думал вообще? Садись. Валим отсюда. Надо вернуться в штаб и активировать ее, пока они ее не удалили. Ой. Если честно, я не очень поняла, что ты сейчас сказал. Вся их секретная инфа под замком. Я там оставил маленькую лазейку, они вроде не заметили.
Что, серьезно? Боец, ты давай осторожнее в следующий раз. Это говоришь мне ты из твоей работы? Тебе платят, чтобы ты не попадал в беду, мне платят, чтобы тебя из беды выручать. Что там? Я его забрала. Он жив-здоров. Мы полностью окружены копами. Вот, блин. Чарли, я не знаю, с чего ты решил, что это хорошая идея. Мы установили бэкдор в их систему. И перестань называть меня Чарли. А, вот это уже интересно. Чарли? Мое гражданское имя. До того, как я нашел шеф-клопы, ее, она дала мне имя и цель. Я впервые слышу, чтобы она волновалась. Видать, заботится о тебе. Да. Мы знаем друг друга очень давно. Ты нас отслеживаешь в реальном времени? Ты это можешь? Я бы не узнавал, что она может, а что нет. Ты меня так разрекламировал, Чарли. Я просил не называть. Вредничает иногда. О боже, помните все эти данные серверов? Похоже, их передают из запчастей Чидори, стоящих в тех машинах. Что? Но ведь наша команда ставит себе Чидори. Там и наши данные есть. Минуту. Так, нет, похоже, там особые запчасти прямо от поставщика. Не знаю, кто владельцы, но они в курсе, что ставит в их тачке. Эй, боец, а ты помнишь золотую ламбу, которую мы угнали у дома? Проверь, нет ли ее в той базе? О, хорошая мысль. Да, она там. В ней куча особых запчастей Чидори. Слава богу, что мы на ней не ездили. Страшно подумать, что дом мог бы все время получать от нас данные. Делается, Джесс. Спасибо, Джесс. Подпольный боец сумел вернуться вовремя. Мы на месте. Вы справились. Мы все делаем все, что можем. Кстати, Чарли, понадобятся твои умения для следующего взлома. Знаешь, я ведь как бы не хакер. Отправляю координаты. Чарли уже смог воспользоваться лазейкой и узнал про сайты с закладками. Нужно забрать данные, пока туда не добрался дом. Посылаю тебе ключ расшифровки. Он нужен для разархивации данных. Да, сделаю. У каждого сайта свое время забора данных. Пропустишь, и данные самоудалятся. А так все просто, да? Боец? Нужна твоя помощь. Мне надо вроде как расшифровать какую-то коробку черную. Черный ящик. Ни слова больше. Твой друг-хакер спешит на помощь. Отлично, спасибо.
Посмотрим, сработает ли. Отправила данные. Есть. Расшифровываю данные. Отлично, едем дальше. Есть там что? Где и когда? Не знаю и не знаю. И там нужен будет пароль, но он не в этих данных. Здорово. И готово. Получил. Расшифровываю. Финиширую, Джесс. Время и место у нас есть? Нет, тут другое. О! Ого! Похоже на следующую фазу плана по сбору данных. Фазу? Они намерены собирать данные из гражданских машин. Я вижу схемы для такси, полицейских машин, семейных минивэнов, для всего. Ты серьезно? Это ж незаконно, как пить дать. Высылаю новые файлы. Жду. Почти все. Так, место есть. Остались время и пароль. Еще 3 точки. Надеюсь, успеем. Загружаю. Понял. Ожидаем. Тут еще инфа о новой фазе. А когда они начать собираются, не сказано? Уже начали. Что? Как? Как они получают эти данные без нашего ведома? Не знаю, продолжу копать. Надеюсь, там есть ответы. Финиширую, Джесс. О-о. Что, ой-ой? Есть пароль. Великий поток. Я очень надеюсь, что тут отсылка к потоку данных, а не к Ветхому Завету, где, знаешь, утопить старый мир, создать новый, ну вот это вот все. Будем надеяться. Последняя точка. Славно. Спасибо за помощь. Я расскажу, что там выйдет с Великим потоком.
«Великий потоп»? Прошу прощения за заминки. У нас сейчас много дыр в безопасности. Это да. Вот железо, которое просил дом. Береги его. Если оно попадет не в те руки, тебе же будет хуже. Я всегда осторожна, ты же знаешь. Мы потом еще выйдем на связь. Мы? Этот парень явно не из дома. Кто же там за ниточки-то тянет? Привет. Короче, у меня есть этот блок управления. Блок управления? Пусть твой инженер посмотрит. Он точно должен знать, для чего это нужно. Сделаю. И это, пароль для встречи был «Великий потоп». Все нормально будет? Надеюсь. Очень надеюсь. Чудесно. Раф, привет. У меня тут блок управления. Скажи, что о нем думаешь. Сейчас буду. Неизвестное устройство, взятое у таинственного агента? Мне уже интересно. Посмотрим. Резервная линия Чидори. Похоже, тут откуда-то приходит сигнал. Я бы сказал, что проверять нет смысла, но... Гелиостанция. Осторожней там. Я серьезно. Похоже, оно передает сигнал, а не просто получает. Ты знаешь, что это за сигнал? Вижу только GPS-координаты. К чему они там? Ясно. Я сообщу, если что найду на стройплощадке. Привет. Раф посмотрел устройство. И? Он не знает, с чем это связано. Но устройство получает данные откуда-то с гелиостанции. Не стоит говорить, что надо там. Я уже в пути. Кто бы сомневался. Сообщай, что там найдешь. Сообщу. Полиция могла знать, что я буду тут. Ха-ха, да! Линкольн 1-30, прошу сообщить район погони. Машина направляется на юг. Рядом с деревней Фортуна Вэлли. Всем машинам, Линкольн 1-30 преследует нарушителя. Прошу откликнуться все свободные машины. Что такое? Меня ждала полиция. Что происходит, черт возьми? Это же бред. Как коллекционер мог узнать, что ты едешь туда? Не говори мне, что это из-за блока управления. Я пока оторвусь, а ты разберись, откуда они знали, что я там буду. Адам 1-35, что у вас есть по машине на руках? Я броня 23. Это твой...
предел? Черт возьми, Джесс, во что ты вляпалась? Пароли, черные ящики, закладки, секретные технологии. Бред. О, посмотрите, мы Тайлер и Марк. Мы только и делаем, что гоняемся весь день. Конечно, мне теперь сваливать приходится. Это твой предел? Патрульным машинам остерегаться сознание. Финис объекта. Адам 1-6, сообщите местонахождение. Направляется на запад через Маунт-Провиденс. Поняла. Я тебя достану. На юг, в сторону обсерватории Маршалла. Принято, преследуемый уходит на юг, в сторону обсерватории Маршалла. Внимание, дорожный патруль готовит заслоны по ходу движения. Принято. Направляется на юг, в сторону обсерватории Маршалла. Принято, Адам 1-6. Боже мой! Принято, 13, нам нужен эвакуатор, мы встали. Принято. Объект врезался в нас. Уходим отсюда. Выяснила что-нибудь? С этим придется подождать. Чарли устроил у себя срочный сбор. И я не знаю, в чем там дело. Ты можешь туда приехать и рассказать мне, что происходит? Конечно. Сделаю. Привет. Не злись, но Дом меня вычислил. Я уезжаю из штата, мне нужно исчезнуть. Что? Эй! Тише, тише, слушай. Я у них кое-что взял. Важное. Это ключ к нейтрализации всей системы. Ты должна передать его Саманте. Саманте? Брокеру.
Данные должны сейчас закачаться на твой телефон. Все уже в пути, и копы, и люди дома. Оторвись от них. Вот координаты. Я еду. И боец злиться будет не только Брокер. Это мой долг, как подпольного бойца. Увидимся на другой стороне. И передавай привет Маку. Говорит Линкольн 1.30. Преследую нарушителя. Объект направляется на восток. Через озеро Нью-Хейвен. Всем машинам. Линкольн 1.30 преследует нарушителя. Прошу откликнуться все свободные машины. 1.6, пытаемся прижать его. Что там у нас? За мной охотятся и копы, и дом. И боец, он нашел что-то важное. Назвал ключом. Внимание, дорожный патруль ставит направление. Потолкаемся, парни! Могу продолжать погоню. Диспетчер, отец Комедин, он врезался в заслоны. Говорит L1.30, я выбыл из погони. Необходим новый ведущий экипаж. Я, L1.35, идем за объектом. Мы не перевели ведущий экипаж. Что там? Я на пути к заданной точке. За мной полгорода. Удачи. Мы потеряли визуальный контакт. Преследовать сможем. Объект пробил на зоны. L1.6, мы повредили его машину. Продолжать погоню. Принято. Я броня 22, мы на позиции. Есть контакт с объектом. Направляется на север, в сторону Брэкстера. Боец, что же там было так важно, что тебе пришлось исчезнуть? И во что же вляпалась? Даже стараться не надо. Какого черта ты творишь? Экипаж нужно заменить. Сообщите, кто будет вместо него. Я Адам-6, мы ведущий экипаж. Пытаемся замедлить его. Был контакт. Контакт с объектом утерян. Объект направляется на... Брокер, оторвалась от поста. Еду к тебе. Хорошо. И брокер. Хорошо, говорю. Вот данные. Я должна знать, что происходит. Давай посмотрим, за что пришлось исчезнуть Чарли. Уж это ты заслужила. Коллекционер — лишь марионетка. Его дом — всего лишь пешка. Все, что вам нужно знать, здесь, в файлах Аркрайт. Конец сообщения.